Ну что ж, дорогие друзья, это было лирическое вступление. Обычно мы всегда ставим такую фоновую музыку, когда проводим какие-то мастер-классы, семинары и встречи, как сегодня, например. Как вы наверняка слышали, как вы знаете, сегодня наша встреча будет посвящена экзамену алекс ппл что произошло вообще что почему вдруг все мы начали говорить про этот экзамен а, ну во- первых еще раз ребята здравствуйте а, давайте значит чтобы наша сегодняшняя встреча прошла продуктивно и а, довольно таки насыщенно и интересно позволим мне а, долго и по регламенту говорить я донесу до вас все, что я приготовил, а приготовил я для вас сегодня много чего. Мы сейчас с вами будем разговаривать в течение где-то одного часа про экзамен Алекс ППЛ, про то, как его сдают в мире, и самое главное про то, как его сдавали в прошлом году в Назарбаев Университет. Те, кто поступали, потому что Алекс ППЛ это не что-то новенькое это не что-то прямо вот такое неизведанное, это всего лишь экзамен, который а, уже проводили и который уже целое поколение поступавших на Назарбаев университет а, сдавало. Поскольку мы постоянно держим руку на пульсе, мы, а, в общем-то, так или иначе рядышком стояли, смотрели, как ребята а, сдавали, и с ну, такой гордостью могу сказать, что многих мы в общем-то, через этот экзамен Алекс в последний вагон запихали в Назарбаев университет на дайрек, да, то есть как бы многие ребята его сдавали, много его сдавало ребят, много кто его написал на проходной бал, и были значительное количество тех ребят, которые поступили на дайрект Назарбаев университет именно через Алекс ппл Сегодня мы с вами а, обсудим этот экзамен. А, значит, мы посмотрим, а, как проходила в прошлом году сдача, сделаем определенные выводы и предположения, как это будет в этом году. А, значит, посмотрим, какие примерно вопросы были и Uh, как это как, как он будет проходить, как будет проходить тестирование, uh, значит чем оно будет схоже с нофипеттом и с SAT, и чем оно отличается. Также мы с вами поговорим uh, какие темы встречаются и как нужно вам готовиться к этому, экзамену. Ну и также мы поделимся с вами информацией о том, как вы MSDC в прошлом году готовились и как мы планируем, значит, организовать курс по подготовке к этому экзамену. Да, ну то есть все будет классики жанра. Значит, ребят, выключаем микрофоны в конце у нас будет сессия вопросов и ответов. То есть любой вопрос, на который вы не услышите ответа в течение нашей встречи, вы сможете задать, вы сможете спросить все, что у вас, так сказать, наболело. Но по Алексу, по Алексу, чисто по вот экзамену Алексу. И если я не буду компетентен отвечать, я могу сделать какие-то предположения. Вот обязательно укажу долю насколько это достоверно в процентах, и либо попытаемся для вас узнать значит, ответ на этот вопрос. И ответим немножечко позднее вы все почувствовали, то есть обратите внимание, что мы <смех> <смех> работаем, мы делаем нашу домашнюю работу. Мы, Во-первых, всем привет, наши студенты, то есть я заметил очень много наших студентов здесь, те, кто так или иначе летом, осенью, зимой и даже сейчас все еще продолжают обучаться, это, это безумно классно, то есть когда мы встречаемся, так сказать, во внеурочное время, на мероприятиях подобные этому и конечно же я рад приветствовать и рад познакомиться с теми, кто не был у нас никогда на занятиях и ну, скажем так коммуницирует с нами со мной лично впервые Меня зовут Артур супов я являюсь одним из тех кто когда-то, создал MSDC, открыл, стартанул его. Вот одним из первых преподавателей я в нем был и до сих пор, значит, мне доверяют очень много нагрузки, вот вести. Но моя сейчас основная специализация это вот стандартизированные тесты, математика и физика ну NUFIPED и в основном только групповые занятия я веду. Значит, очень много приходится общаться с вами, с поступающими. У меня есть хобби, я еще также записываю видео на ютубе образовательного характера, развлекательного характера. И, значит, там, там вы тоже могли меня, значит, встретить. Там вы могли со мной так или иначе коммуницировать. Итак, значит собралось достаточно большое количество людей все хотят услышать ответы на свои конкретные вопросы в первую очередь, но у нас есть четкий регламент мы пойдем по нему вот потом я буду читать вопросы в самом конце поэтому вы пожалуйста их можете переберечь напоследок. Да? значит если вы, если вы уже слышали для чего нужен экзамен алекс ППЛ, то скорее всего вы в теме о поступлении в Назарбаев университет. Потому что на территории Казахстана Алекс, в принципе, по большому счету никто еще пока не сдает. Только поступающий в Назарбаев университет на программу бакалавриата. То есть это прямое поступление в Назарбаев университет.

Alex Placement, Prep, and Learning PPL, accurately determines which course the student is likely to succeed in based on their mathematical knowledge and their productive persistence. Then, in class, students are prepared and ready to learn the class topics, increasing their likelihood for success and a timely degree completion. Alex PPL is the first platform on the market to combine an adaptive placement assessment with access to personalized prep and learning modules to help students succeed. The placement assessment places students from basic math through Calculus 1 with one assessment, while the personalized learning component gives students an opportunity to refresh forgotten math skills and place higher. This example illustrates how students can take up to five assessments and access one prep and learning module over a 12-month time frame. Alex was designed by cognitive scientists and mathematicians who studied how students learn math and the interrelationship of math topics, also known as knowledge space theory. Each student has a unique knowledge state that consists of the math topics they know, don't know, and are ready to learn. In just 30 open response questions, the Alex placement assessment determines the unique knowledge state of each student. The system can then properly place students in a course based on their math abilities and develop a personalized remediation plan to refresh knowledge gaps. The idea of using Alex as a placement tool began in 2007 with a partnership between Alex and the University of Illinois. After piloting Alex Prep for Calculus as a course placement tool for Calculus One, the results showed a statistically significant relationship between Alex assessment scores and course outcomes. These outcomes are documented in two published papers. For the next several years, Alex partnered with a variety of institutions to research and design a program that could assess knowledge across a broad spectrum of topics and allow students the opportunity to refresh and prepare for their math courses. This map shows where PPL is being used at two and four year schools across the country over the last few years. Thanks to our dedicated research partnerships, approximately 615,000 students at over 350 two and four year institutions are effectively using Alex PPL today. Alex PPL continues to improve course outcomes across the country. The following are a few of our partnering schools using Alex PPL. Saves me money, saves me a lot of time, a lot of stress, a lot of time I'd be wasting in like some math class I'm not supposed to be in. So I feel like if I can do it, anybody can do it, um, just because I hadn't been in math for so many years, and it was a really good experience actually. I would shout it from the rooftops. Uh, Alex is amazing, and Math 100R was so helpful just by working with people and being, you know, okay that I may not be the smartest one in the Math 100R class, but. That we're all kind of working towards that progress together of getting into the classes that we want. I had like no confidence at all in math, but now I feel like I can take on any math class pretty much, so it feels pretty good. I'm really excited to for the path ahead and being able to graduate. And Alex has definitely set me up for success. With Uh, ну, вот здесь люди будут говорить, какой Алекс классный, такой няшный, как он всем помог и так далее и тому подобное. Uh, значит, вы не, как бы видели часть вступительного видео про экзамен Алекс и... И uh, люди, в общем-то... Говорят uh, одно, что университеты Соединенных Штатов используют Алекс для значит при поступлении в уни... при поступлении значит, при процедуре проступления для оценивания навыков и уровня математических знаний своих абитуриентов то есть вы поступаете в вуз на территории соединенных штатов университет для того чтобы предложить вам подходящий курс по математике дает вам возможность пройти вот такой вот placement тест. Вы его проходите, и он очень э, точно оценивает, где вы сейчас находитесь в плане математики. Он, естественно, на английском языке. Значит, организация, которая его разрабатывает, курирует, администрирует, это знаменитая McGraw Hill. Это компания, которая производит очень много литературы для подготовки к различным тестам. Какие-то экзамены она сама проводит, вот как, как этот Алекс. В общем, удобная платформа, и самое главное, что она онлайн. Она таковой всегда была задолго до пандемии, ну, за несколько лет до того, как пандемия разразилась, они уже это делали. И, соответственно, когда весь мир столкнулся с такой бедой, как COVID-19, образование все ушло, так сказать, на удаленную работу, я имею в виду высшее образование, этот тест обрел новую жизнь. То есть он стал очень актуальным для многих университетов, и в том числе Назарбаев университет его как альтернативу для экзамена SAT уже использовал в прошлом году. Значит, что нас ждет на этом тесте? Вам будет дано две попытки. Первая попытка, можно сказать, это разведка боем. Система оценит ваш уровень. Система предложит вам прокачать определенные навыки по математике, она даст вам на это определенное время, о всех этих деталях мы чуть позднее поговорим, и она даст вам возможность сдать тест еще раз. Ваш лучший результат будет зачтен в качестве вашего результата в процессе admissions. Назарбаев университет в данном случае будет выступать в роли, скажем так, тест-администратора-организатора, и, соответственно, вся статистика по всем сдающим, она будет видна. Для вас дополнительно сейчас никаких действий делать не нужно, то есть не нужно бежать и создавать аккаунт, что-то делать и, и как-то в этом роде. Когда придет время, а время придет в период с 20 по 30 апреля, как это было указано на объявлении Назарбаев университета, вам придет специальная ссылка, которые, по которой вам нужно будет пройти. И вы сможете сдать этот экзамен. Экзамен платный. Его стоимость 20, почти 25 долларов, там 22-23 с копейками. Оплачивается все там на сайте и платится напрямую Алексу, не Назарбаев университету. Вы проходите тест, вам дается время на подготовку дополнительную. Вы проходите тест еще раз. Вот и все, собственно говоря, что нужно будет сделать. Значит, после того, когда вы напишете первый раз этот тест, система даст вам возможность подготовиться. Она предложит вам сама пройти соответствующие курсы. Да, там очень неплохие курсы по математике, но времени она даст вам на это, буквально 72 часа. То есть это очень мало на самом деле. И если у вас а, значительной а, базы по математике нету, она к тому времени не, уже не сформирована, а, то, в общем-то, сильного прогресса и не будет. Если у вас когда-то была сильная база по математике, но вы просто забыли, то эти 72 часа дадут вам возможность освежить, а, конечно же, и а, подготовиться, и, соответственно, улучшить свой балл значительно. Вот, вот что вас в принципе вкратце так сказать ждет. значит как, проход... как будет проходить сам тест система прокторинга будет не забывайте да то есть это не так что вам пришла ссылка вы там пригласили друзей пригласили репетитора прошли тест и соответственно ждете своего звездного часа нет у вас из дополнительных материалов будет только ручка и бумажка на которой можно будет писать и все. Значит, система будет внимательно следить по классике: никаких, никаких посторонних звуков, никаких значит выходов, входов да, с системы теста, никаких открытых да, дополнительных окон, программ. Никакого калькулятора своего вам не будет дано. В общем, все как на уже известном вам Нуфипед и все как на известном вам тесте Dualingua. Я думаю, многие здесь, да, да чуть ли не все проходили, сталкивались с этим тестом, и поэтому, как бы здесь уже особо переживать не нужно. Но, значит, как в лучших традициях жанра опять-таки, вы покажете: вы, вы поднимете свое устройство, да, ну, это пусть будет ноутбук или там стационарный компьютер, значит, вы покажете им всю комнату, да, то есть как бы система удостоверится, должна удостовериться, что никого нету, а, значит, проверяться это будет, скорее всего, постфактум, уже после того, как вы его сдадите, а, не сразу же, и, в принципе, а, в общем-то, вы работаете, вам дается тест, значит, там а, будет 30 вопросов, а, максимальный лимит времени 3 часа, но, а, значит, все сдававшие эти, этот тест, отмечали, что, в принципе, то есть, если ты вопросы, там, хоть чуть-чуть дружишь с математикой, то ты можешь где-то минут за 30-40 этот тест уже решить. Вопросы, уровень сложности их я бы оценил в средний, чуть-чуть выше, чем средний, да? где-то даже наоборот легче, чем средний, ниже среднего. Значит, они мы будем говорить, что это за вопросы немножечко позднее, да, то есть, вот самое основное, помните, что это умная, на, 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 наиумнейшая система прокторинга. Собственно говоря, поэтому университеты доверяют этому тесту. Но это одна из причин, по которой они доверяют. Вторая причина, значит, да, я уже сказал, что вам предстоит 30 вопросов. Значит, После того, как вы начинаете, то есть 24 часа, это после того, как вы начинаете работу, да, то есть, вот как вы запустили тест, он должен, по-моему, там в течение 24 часов быть выполнен или попытка же сгорит. Но чистого времени там будет 3 часа. Поэтому, то есть, вы должны как бы выделить на это время и должны понимать, что отвлекаться возможности у вас не будет. Пришел, написал, написал ушел. Все. А, значит, you can take placement test up to five times. А, в идеале, то есть, как бы, если это не какой-то там тестовый центр, специально организовывает какую-то версию Алекса, то да, это пять раз. Вот, но у вас будет всего лишь два раза. Я этот слайд брал. Из теста, из презентации большой по Алексу, и там было пять раз. Вот, пусть это вас не вводит в заблуждение. Два раза у вас всего лишь будет. Первый раз для того, чтобы прочухать все, и второй раз уже для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда. Поэтому вот имейте в виду. Очень-очень-очень-очень, я еще раз обращаю внимание, продвинутая система там прокторинга, да, никаких левых движений вы, к сожалению, и, может быть, к счастью, даже к счастью, провести не сможете. Поэтому лучше не рисковать, лучше надеяться на свои силы только лишь, и вы сдадите этот тест на проходной балл, и все. Значит, что я увижу на этом тесте? Ну, ваше окно э, на тесте Алекс будет выглядеть примерно так, да? Значит, э, время для теста, номер теста, ваше имя, э, вопрос. Да, solve the following equation for y. То есть, вам нужно э, решить данное уравнение относительно y. Вот здесь э, перед вами там небольшой будет редактор формул. Вы эти значит решение сюда должны будете прописать все аккуратненько э, вписать вот значит э, в лучших традициях таких тестов э, я могу сказать что нужно аккуратно вбивать ответы потому что хоть на чуть-чуть вы там ошибетесь съедет что-то у вас да то она естественно воспримет его не так как нужно именно поэтому вам дается вот эта тестовая предварительная попытка вот а также потом сможете погонять себя для того, чтобы улучшиться, улучшить. Вот по сложности теста я сейчас отдельно буду говорить. Uh, значит, вот uh, what... такой вопрос может быть. Да, so, перед yeah, the graph of f in blue is translated a whole number of units horizontally and vertically to obtain the graph of h in red. The function f is defined by f x equals x squared, uh, write down the expression for hx. Uh, соответственно, мы знаем uh, график синей функции, нам нужно написать графи формулу, которая будет uh, описывать красную функцию. Да? Ну, Здесь мы видим это преобразование uh, графика функций. Вот как она здесь оформляется, записывается, я думаю, то есть это не составит для вас сложности. А, значит, да, допустим, вам несложно это сделать. Также нужно будет внимательно прописывать это все в, в, в область для дачи своих вариантов ответов. Поэтому вот вы помните, пожалуйста, что вам обязательно нужно быть на чеку до самого самого конца. Да, то есть вот такое окошечко вы увидите там. А, темы математики, которые будут на экзамене, вот, таляу. ну как бы это не совсем прям развернутые темы пока что. Это модули, модули, которые как бы из разряда которых будут взяты задачи. Первое это Beginning Algebra. Uh, Второе – это intermediate algebra. Третье – это college algebra. Четвертое – это pre-calculus. И пятое – это calculus. Uh, на самом деле uh, мы проанализировали значит, несколько ответов различных студентов. Uh, одного из них мы вам покажем. Значит, там были и геометрия, там была тригонометрия. В общем, набор вопросов, в общем-то, из всего курса математики. Причем математики американского образца. Не британского, а американского. Да? Сразу же отвечая на вопрос. Вот мне прилетел вопрос на WhatsApp от студента. А что тяжелее, «Нуфипед» или э, «Алекс»? По сложности примеров, наверное, нуфипед на будет тяжелее. Или бы таким же. Но по обширности, обширности, конечно же, Алекс. Да? То есть для того, чтобы успешно сдать Алекс, вам нужно знать всю математику. Я бы сказал, темы больше похожи на SAT сат Subject Mass Level 2 и SAT SAT Subject Mass Level 1. Вот, вот этот разброс тем которые вам нужно а, будет знать для того, чтобы успешно сдать экзамен Алекс. Вот, поехали дальше. А, значит, о, сейчас я долго и нудно буду рассказывать, что Алекс – это адаптивный тест. А, значит, суть, синон... суть термина адаптивный – это то, что Алекс адаптируется под вас. Алекс это очень умный экзамен, который применен, который выполнен с, с применением с применением искусственного интеллекта, когнитивных технологий нейросетей. Да, то есть допустим, что, что это означает? вы отвечаете на, то есть вам дается первый вопрос. В зависимости от того, как вы отвечаете вот на несколько первых вопросов, у вам, вам подбирают вопросы следующие. То есть если вы где-то, например, засыпались, то система понимает, что дальше вас уже мучить бесполезно потому что вы будете сыпаться дальше да? то есть потому что ну, математика а курс математики он как пирамида да? то есть вы для того чтобы освоить темы более высокого уровня у вас должен быть прочный хороший фундамент. Вот, то есть вначале вас тестируют на фундамент. Дальше, если вы прошли вот этот тест на фундамент, вы делаете второй уровень сложности, третий уровень сложности, четвертый уровень сложности и так далее. А как только система понимает, да, что, ну, например, вот вы там провалились в несколько вопросах по геометрии, а тригонометрию вам уже и не предложат. Почему? Потому что, скорее всего, у вас там будут проблемы, да. То есть вы не смогли ответить нам на теорему Пифагора, вы не смогли ответить там соотношение там, подобия. Ну, скорее всего, то есть по тригонометрии вы тоже засыпетесь, поэтому значит, у вас никаких там толком шансов и не будет. Поэтому вас не будут спрашивать, вам дадут еще поотвечать на другие вопросы. Но ценность этих ответов на эти вопросы уже будет намного меньше. Вот, просто, то есть, как бы это делается для того, чтобы ну, дать вам, скажем так, спасательный круг. Это как бы, знаете, бывает на экзамене устно, когда сдаешь один на один с преподавателем, разговариваешь, и все зависит от преподавателя. Преподаватель, если вы ему нравитесь, он может дать вам спасательный круг в виде какого-то вопроса легкого, а может, например, засыпать вас более сложным вопросом, если вы ему наоборот не нравитесь. Вот, да, то есть он, скажем так, адаптируется, он чувствует, где захочет завалить, завалит. Вот здесь, в принципе, примерно точно такая же система. А, то есть более сложные вопросы вам просто будут недоступны. Но а, это все ложится в основу а, того мини-курса, который будет вам предложен сразу по окончанию теста. И конечно же, то есть как бы Алекс хочет, чтобы вы набрали вслед, на, на следующей попытке как можно больше, поэтому он будет а, вам стараться за отведенное время, а это будет 72 часа а, помочь максимально. Поэтому вот в этом плане Алекс адаптивный тест, он применяется здесь очень много э, современных технологий и такие тесты они есть. Вот, например, э, похожий тест для называется Gmat. Я его когда-то сдавал, и там действительно так. То есть, если ты отвечаешь, и вопросы тебе, ну, скажем так, кажутся легкими, или они из легких тем, это означает, что ты где-то до этого засыпался, и тебе нужно э, из кожи вон лезть для того, чтобы отвечать дальше правильно. Вот, иначе твои баллы будут совсем низкими. А, значит, по окончанию вам будет дан вот такой вот брейкдаун. Так, значит, э, здесь мы видим темы, значит, которые вам нужно будет пройти в срочном порядке, вот, и для того, чтобы э, в следующий раз стать лучше. Вот. Ну, примерно, то есть как бы это не, не то, что вы увидите сразу же по окончанию теста, примерно это будет вот так вот. То есть в данном случае, смотрите, uh, real numbers человеку дается, uh, да, ему нужно там быстренько проштудировать 49 топиков, line equations and inequalities, function line and systems, exponents, uh, polynomials and radicals, and geometry. Вот uh, такое у него uh, положение, ему нужно будет там дальше поработать и сдать тест еще раз Uh, ну как бы вот при если сделать по крайней мере то что они вам предложат то шансы в принципе увеличиваются значительно на хороший балл uh, значит темы математики как улучшить да то есть вот uh, здесь в принципе обратить внимание дается то есть uh, прописывается learning path да, то есть те темы, которые он вам предложит, обязательно нужно будет проштудировать. Значит, next placement attempt вам нужно будет взять, конечно же. Mandatory cool of period. У вас будет дан cool of period, то есть это минимальное время между двумя попытками. Вот, оно будет минимальным и оно будет максимальным. То есть нельзя, система вам не разрешит написать тест, например, сразу же. Вот вы сегодня написали, да, вы говорите, нет, давай я еще раз попробую, сейчас, 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 да. Нет, вас охладят, то есть будет обязательно cool-off period. Вот, ну и, конечно же, он будет вам напоминать, что вам нужно сделать, какие темы еще прочитать, всякие там чек-листы давать для того, чтобы вас немножко держать в тонусе. Значит, я сдам в первый раз, потом будет. Да, потом вы начинаете обучение, вот, значит, меню обучения будет вот примерно вот таким вот. Да, кстати, значит, по поводу калькулятора я сказал, что его нельзя будет использовать. Но в самом тесте, на самом тесте, на некоторые задания, которые нельзя решить без калькулятора быстро, ну или вообще, ну, в принципе, любой вопрос можно решить так или иначе без калькулятора. Вот, но будут задания, которые, на которых калькулятор будет разрешен, будет дополнительная всплывашечка в виде калькулятора, поэтому вот имейте в виду, и естественно пользуйтесь ей, если как бы разрешен калькулятор. Ну, на всякий случай себя проверьте, перепроверьте. Вот. И еще такой момент, значит, вам нельзя будет вернуться к ответу позже. То есть вы должны отвечать сразу же. Будет вариант ответа "I don't know", то есть я не знаю. Но это значит, что вы выкидываете белый флаг и система будет э, думать, что вы эту тему не знаете и соответственно вы свои баллы э, понижаете значительно. Так вот, то есть чтобы вы понимали, я там видел в, в чате один вопрос, один балл, нет, значит там черт ногу сломит, как он оценивает, но оценивает в процентах от максимального балла то есть в процентах от максимального, то есть максимальный 100% и, соответственно, идет на понижение. Оно там, получается, оценивает так, что если вы с самого начала засыпались, то вам, вам уже высоких баллов не видать. Поэтому очень важно, чтобы именно в начале вы не ошибались, отвечали правильно, чтобы система вас пустила там на следующий уровень. Вот, да. Считайте, как будто в компьютерную игру играете. Очень персонализированный тест, очень прям персонализированный, то есть как бы здесь большую дату он сразу же про вас собирает и а, дает всякие брейкдауны, сравнения вас, чтобы вы чувствовали и понимали, что вы, кто вы и где вы. А, значит, что будет после, да, то есть вот у вас как бы будет четкий брейкдаун, понимание, что вы прошли как вы прошли с чем вы подошли на вторую попытку вот, далее будет вторая попытка и там уже окончательный ваш результат который будет заноситься в таблицу в статистику такую вот Назарбаев университет увидит примерно вот такую вот разброс он будет понимать сколько человек сколько набрали где находится большинство ну и сразу же то есть отсеет тех кто меньше там определенного количества баллов наберет и будет работать с результатами только тех, кто набрал больше, выше проходного. А какой проходной был в прошлом году? Сейчас мы ответим, не переживайте. Что увидит Назарбаев Университет? Да, он еще вот так вот это увидит. То есть это панель администратора теста Алекс. Он будет видеть вот так вот. на каждого, так сказать, зарегистрировавшегося по ссылке, оплатившего, у него будет полное досье, профайл, и, соответственно, он будет понимать, ну, то есть, каковы шансы его там на поступление, дальше уже будет в общий котел закидывать и по определенной аналогии сравнивать с SAT. Значит, <laughs> да, что увидит Артур Жусупов? Значит, вот так вот обычно проходит это. Ну, это подготовительная комната, конечно же, шуточный слайд. Вот. Тем более, что социальная дистанция, как вы видите, не соблюдена. А, значит, но если говорить а, серьезно, если говорить серьезно, то а, Алекс вот в прошлом году значит, когда еще вообще ничего не было понятно, конечно, мы переживали и очень сильно Ребята, так сказать, поддерживали максимально. Но, по сути дела, по сути дела, то есть в этом году вам уже, да, многим довелось сдавать, вот как я говорил, дуалингва, значит, ну, фипет Кто-то сдавал IELTS в онлайн-режиме. Поэтому вас не испугать такими, я бы сказал, тестами, да, уже. То есть вы люди матерые, прожженные. Вот. И, конечно же то есть как бы сдать еще один тестик. Ну что ж, надо, значит надо. Сейчас мы с вами почитаем на инструкцию, которую Назарбаев университет в прошлом году высылал студентам. Значит, немножечко проанализируем, да, и кто на нашей соцсети подписан, мы эту инструкцию, ссылочку на нее мы скинем для того, чтобы она у вас была. Ну, мы вдруг, может быть, у кого-то она уже есть. Вот, я быстренько пробегусь по основным а, положениям. То есть это PDF-файл, он пришел на почту, примерно так же, как и инструкция а, в этом году на FIPED, ну, в общем-то, было примерно таким вот образом. Значит, Алекс, это та-та-та-та-та-та. Условия сдачи тестов. Да, в прошлом году его сдавали с 25 мая по 31 мая 2020 года. В этом году, значит, сдача будет намного раньше, вот, чтобы не затягивать и чтобы, в принципе, вы понимали, что это будет, в общем-то, такая разовая акция и Нужно будет следить за своим личным кабинетом, за почту все время проверять. Ну, вы уже это и так знаете. То есть, в принципе, коммуникация с Назарбаев университетом выстроена сейчас очень хорошо. А, значит, стоить он будет где-то 25-30 долларов значит, там меняется цена, ну, почему не конкретно, то есть там меняется цена от нескольких факторов, вот, но не больше, чем 30 долларов. Это значительно меньше, чем SAT, поэтому уже вот с этой, с этой позиции лучше. Ну, естественно, то есть как бы SAT, получается, вы не можете, не можете да, быть уверенным, что вы сдадите его хорошо. Кто-то в принципе его не сможет сдать уже, потому что мест нету. Поэтому вот очень хорошая аналогия, альтернатива, и ей, конечно же, нужно воспользоваться. А, у абитуриента... А, ну, я не понимаю, всего две попытки, максимум два часа каждый. А, пардон, два часа, значит, было. Но этого времени достаточно будет. И тут ты либо знаешь, либо не знаешь. Как я говорил, 30-40 минут, в принципе, было достаточно. Так... Так, погодите, я вам не то окно демонстрировал, кажется, пардон. Так, значит, вот, вот этот файлик я хотел вам показать. Значит, две попытки. Значит, в прошлом году это 25-31 мая было. В этом году, значит, это, ну, даты, конечно же, будут доведены. Я, я могу только предположить, где-то в конце апреля это будет сделано. Назарбаев университет говорит с 20 -го по... 30. Ну, значит, условно говоря, примерно так же они говорили с 20 по 30 мая, значит, ну, скорее всего, давайте будем считать, что 25 апреля это время первой попытки. Ну, соответственно, 72 часа с этого момента. После это будет время второй попытки. Если вы, например, начнете уже там, когда до окончания. Вот этого всей компании Алекса останется один день, то вы уже свою вторую попытку не сможете использовать. Помните, да, там кулов cool период, поэтому рассчитать и сдать. Ну, здесь, поскольку это на Алексовском сервере все будет происходить, я думаю, там проблем особых с интернетом не будет, там ничего виснуть не будет, поэтому здесь намного легче. Все. Значит, с технической точки зрения вот в прошлом году все было без сучка, без задореньки. После первой а, сдачи теста он получает а, доступ к курсам математики по областям, в которых он набрал менее всего баллов. Да? А вот, подготовка может длиться до 5 часов максимум. А, ну, как вот мы исследовали, там говорили, где-то порядка 8 часов она будет длиться. И будут по вот этим вот курсам, да, вам будут предоставлены материалы, достаточно все компактно и сжато, но довольно объемно. И вот если, значит, ну, чтобы вы примерно понимали, набранные баллы на экзамене, как я говорила, они в процентах от максимума, от 100%. Если у вас, например, меньше там, чем 10%, то вас отправляют сдавать, сдавать, готовится beginning algebra, ну, значит, с математикой все совсем плохо. И если у вас там больше, чем 55% вы набираете, то вас сразу на финальную часть calculus закидывают. Вот. Ну, что там сидит в каждом из них, мы чуть-чуть, погодя, поговорим. Вот. Значит, там будет у вас отдельная ссылка на каждую школу, то есть, если вы идете там в школу медицины, вам будет своя ссылка, школу инженерии и цифровых наук своя ссылка и школа, школа горного дела наука земле своя ссылка а значит все какие там данные нужно будет заполнять я думаю то есть как бы с этим проблем не будет все скажут все покажут вот и вот обратите внимание минимальный балл для участия в конкурсе 76 то есть 76 процентов от максимума вам нужно набрать для того чтобы просто участвовать в конкурсе, просто быть на плаву. Поэтому, как бы, имейте в виду, что да, Алекс легче, да, Алекс, в общем-то, получается сдавать выгоднее, но, значит, и как бы оценивают его намного строже. Вот, потому что 1240, да, по SAT, кажется, сейчас нужно набрать, это, в принципе, тот балл, который, ну, набрать можно, ну, особо не напрягаясь, да, то есть 1300 баллов, в принципе, набрать можно и быть более-менее уверенным, что ты там поступишь. А здесь же 76 процентов это ну то есть как бы тебе нужно в начале то есть первые легкие примеры вообще сделать правильно все и потом в среднем уровне сложности почти все правильно сделать и тогда наверное ты будешь уверенным что ты где-то 76 процентов наберешь вот но в среднем то есть как бы те ребята наши которые набирали проходной балл таких было очень много кстати говоря набирали от 80 до 90 баллов вот. а были те кто набрали 96 98 и даже был один который набрал сто процентов вот и чему он ну, естественно был рад и как бы этот э, свой сертификат, э, ну, свои результаты Алекса отправил. И, в общем-то, ну, то есть как бы поступил за счет именно этих результатов, потому как SAT был довольно слабенький. Вот, но, как вы помните, SAT э, это не только математика, это еще и вербальная часть, и именно она становится для многих проблемой. Вот, а здесь вы только сдаете математику, поэтому, ну, в общем-то, обмен равноценный можно сказать. То есть, как бы, да, жестче, да, жестче оценивают, да, сильнее, так сказать, ставки выше, вот, но и, собственно говоря, нету этой ненавистной вербальной части. Значит, ну да, дальше, значит, все по классике, то есть нажимаете на ссылку, вот здесь есть ряд замечаний, которые как бы нужно, э, вам, вам нужно знать, и, в общем-то, э, как бы начинаются эти менюшки, которые... То есть как бы вы там все заполняете, все вот эти вот свои окошечки. Это не берем за основу, потому что, по идее, каждый раз они прописывают заново, и в этом году, может быть, по-другому там все будет, поэтому как бы здесь, наверное, не нужно. Вот, значит, как бы немножко еще то, что важно. Да, вот здесь вот, например, стоимость была 22 доллара, После регистрации оплаты вам будет предложено скачать Lockdown Browser. Да, это вот специальный браузер, в котором будет ä, происходить тест. А, ну, до дополнительная программа, которую вам нужно будет установить. Вы не сможете пройти, то есть это не, а, не как Nufiped, да, то есть вам в самом непосредственно браузере вы сдаете, а, да, а именно с дополнительную программу нужно будет установить. Но там ничего сложного нету. Вот, поверьте мне, то есть я уверен, что вы кучу всякого софта, в том числе и пиратского, себе установили, поэтому проблем особых не будет. Да? Ну, единственное, что я могу сказать, что когда вы будете начинать тест, все надо выключить, все там надо убрать, элементарно для того, чтобы оно не тормозило ваш компьютер. Ну и убедиться, что там с интернетом все в порядке, чтобы во время теста у вас там не накрыло. Ну и компьютер заряжен и подключен к электрической сети. Вот, то есть, как бы начинать с подготовленным, да, то есть, потому что, ну, будет обидно, если вы начнете и в момент теста у вас там что-то случится и вы не сдадите только потому что у вас там технически там что-то не с этоголось поэтому нужно побеспокоиться об этом заранее я уверен что вы сможете это сделать значит вы должны там у вас хорошее соединение интернета вы должны находиться в нешумной и хорошо освещенной комнате сотовые телефоны лишние там ноутбуки другие девайсы не должны быть на столе абитуриент перед началом должен четко показать свое лицо удостоверение Значит, иначе вас не допустят. Если там начнете дурить, естественно, постфактум ваш тест аннулирует. Поэтому, как бы, ну, сами понимаете, то есть как бы здесь уже не до шуток. А, нельзя быть в головном уборе, либо в солнцезащитных очках во время экзамена нельзя уклоняться от камеры, смотреть по сторонам. Ну, все классически, да, то есть как бы вы уже к этому привыкли. Я думаю, то есть как бы у многих уже там накачалилась спина, плечи, шея, и уже все как бы знают, что от камеры свои глазки отводить нельзя, так как это будет трактоваться как подозрительная деятельность во время теста. Да, вас будет записывать камера, Поэтому вы должны четко всегда помнить об этом. И если что-то будет нарушено, то есть они, такие системы, такие прокторинг системы, они отталкиваются от как бы, то есть, ну, они отталкиваются от того, что вы скорее списали, чем не списали. Поэтому лучше не провоцировать и лучше не проверять, что будет если. Да? И после того, как вы тест дадите, значит убедитесь, что там все нормально, вот, закрываете свой браузер, вот. И значит, вы должны пройти идентификацию личности, и затем начинается смотреть ага, само тестирование. Ага. Ну, то есть, когда вы убеждаетесь, там все нормально, вот, ваш браузер вас про пропускает, и вы начинаете сдавать этот тест. Так, возвращаемся. А, вот эта инструкция, а, значит, если она, ну, то есть и, мы ее сегодня после теста, я ее никуда не отправлял, вот, мы ее после теста а, скинем в наш телеграм-канал, если что, оттуда можете взять. Наш телеграм так и называется «Просад, Нуфипет, Артур Супов, а, Я думаю, вы сможете его а, найти без проблем если вы были когда-то подписаны и отписались можете заново подписаться можете не подписываться как хотите ну в общем заходите всегда будем рады так далее Ага, а что было на реальном а, тесте, да? Значит, э, вот, пожалуйста, если где-то видели, это вы молодцы, круто, э, да, потому что, э, значит, еще в, в прошлом году в, по, в беседах, пабликах оно обсуждалось. Вот, в общем, один чувак, который сдавал, он записывал просто решение и вот он опубликовал, э, ну, то есть как бы дал нам ссылочку дал нам эти фоточки и мы в общем-то их э, без проблем вам демонстрируем значит э, можете скрин сделать вот я так пробегусь ну видите вот первые две э, первые примеры здесь это система уравнений как их там решать это уже ваше дело а здесь у вас значит э, это Uh, упрощение, да, то есть нужно сверху упростить, снизу упростить, сократить, здесь со степенями поработать. Uh, значит, здесь у вас что-то там на комбинацию uh, линейную комбинацию вот этих вот uh, линейных функций. Uh, значит, здесь у вас uh, опять-таки нужно найти значение функции, uh, то есть значение икса при значении функции. Там вот определенном здесь с корнями поработать. Здесь начинается такая уже uh, Координатная геометрия функция, вот такая, как вы видите: да, очевидно, что это минус модуль э, x. Э, Что-то нужно по графику посчитать. Э, простенькое тригонометрическое уравнение. Значит, э, здесь у нас. Даже не знаю. А, ну, то, то есть, да, это тоже с, это из геометрии, опять алгебра, логарифмы. Вот, треугольник, явно здесь с тригонометрией связано, тригонометрические выражения, упрощение. Дальше у нас там нужно нарисовать график, это на построение логарифм значит здесь у нас сократить да то есть со степенями вот с корнями такие выражения то есть очень много алгебры как вы видите опять э, уравнение, система опять геометрия э, мк угла да, нужно определить то есть здесь скорее всего на теорему косинусов а здесь у нас опять уравнение тригонометрическое уравнение, неравенство с модулем а значит здесь у нас э, значит уравнение а, здесь что-то про окружность у нас, да, координатная геометрия, ну назовем это корни, а, в общем опять корди... опять тригонометрия, а, значит упростить выражение, посчитать нужно здесь. Так, а, тригонометрия, да, функция секанс, катангенс. да, такая посложнее, значит идет тригонометрия. В общем вот все что как бы мы вынесли от, оттуда что мы можем сказать, что здесь больше такой продвинутой математики идет, и уже этим она, безусловно, отвечает, отличается от нуфипед и поэтому вы должны просто обязаны подготовиться к этому тесту на все 100. Значит, мы обещали план подготовки. Вот вам план действий, которые вы должны сделать для того, чтобы быть уверенными в а, о том, что вы сдадите на проходной балл. Ну, конечно же, повторить темы. То есть, как бы вам нужно будет повторить все эти темы, убедиться, что а, все под контролем, все чики-пуки. И, собственно говоря, шаг 2 это написать свой первый тест. Да? Если вы напишите а, свой первый тест, а, то уже как бы будет вам а, намного много легче, а, значит, будет вам намного много легче, поэтому вы должны а, к этому серьезно отнестись. То есть, естественно. А как бы вот были, ну то есть в основном ребята, конечно же, идут, пишут тест, настраиваются очень сильно, но есть те, кто, а, значит, не собрались с мыслями, не повторили предварительно, ну, немножечко не готовились, просто пошли, так сказать, на шару, сдали этот тест первый раз. Естественно, результат был маленький и... Значит, то, то, что он потом вам Алекс дает, это как бы, ну, в основном, наверное, чтобы вы вывести и подготовиться к вопросам среднего уровня, Ни о каких вопросах более высокого уровня, уже там речи быть не будет, и он вас заставит пройти очень много рутинных всяких элементарных вещей, и, соответственно, сложных вещей вы до, до них вы не дойдете. Вот, пройти курс от Алекс это вот то, что нужно будет сделать обязательно. Да? то есть обязательно нужно будет сделать и а, тут к сожалению то есть как бы пока не попробуешь не узнаешь то есть как бы вы не будете иметь к нему доступ и вам никто даже близко не сможет его организовать кроме как алекса до тех пор пока вы не пройдете свой а, первый тест да поэтому вот на него делаете а, на самом деле ставку и не так что типа а, сейчас посмотрю Потом все как бы нормально будет. Нет, значит, именно так, что сейчас я все пройду. Да, по максимуму покажу свой результат. Вот и значит мне дадут доступ именно к сложным темам и курс именно с продвинутой математикой. Я ее пройду и еще лучше напишу. Вот так вот нужно настраиваться. Ну я уверен, что вы все победители по жизни и всегда так настраивайтесь. Но я просто хотел напомнить, вот что я наблюдал в прошлом году, что это именно, ну как бы все, 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 все недооценили вот этот вот момент, именно то, что Алекс тест адаптивный. Адаптивный тест, еще раз повторяю, это то, что от того, как вы будете отвечать первые вопросы, фактически будет зависеть вся ваша дальнейшая. Uh, все, все ваше дальнейшее настроение. И если вы работаете, 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 а вопросы что-то не усложняются. Да, значит, вы можете где-то для себя там отметить, что вы ошибались очень много. Окей. Okay. Ну, конечно, я не uh, желаю этого, и я желаю наоборот, чтобы вы набрали как можно больше и не ошибались. Ну и, конечно же, написать второй тест. Вот, собственно говоря, и все, что вам нужно будет сделать, вот ваши действия на там на ближайший месяц. Да? То есть пришел, увидел, победил. Написал первый тест после того, как повторил все темы, еще повторил, позанимался, написал второй тест, все, победил. Вот, насколько я знаю, результаты там чуть ли не сразу выдаются, но если у вас. Но могут быть, я вот этот момент не помню, но значит, могут немножечко подождать, но там недолго, и в общем-то. Значит, в основном ждать будете из-за проверки безопасности, то есть вашу деятельность, то, как вы писали, будет еще раз там анализировать, проверять, и все, если все как бы там нормально, никаких подозрительных моментов не случалось, то все, то есть, как бы дальше вы уже можете гулять свободно. Итак, значит, как я рекомендую готовиться, значит, и это уже с прицелом, с прицелом, ребята, на тот курс, который будет у нас проходить, который уже, в общем-то, начинается сегодня, как только заканчивается наш мастер-класс, этот курс уже начинается. Вот, я прошу не расходиться, потому что на ответы, сессию ответов и вопросов я еще к ней не приступал. Вот, и она будет у нас сразу после того, как мы закончим. Итак, значит, ну, как бы мы быстренько сориентировались да, то есть на самом деле информация это про Алекс уже начинала просачиваться и благодаря э, сети агентурной, которые у нас есть, а это вы ребята, то есть это наши студенты, которые денно и ношно мониторят социальные сети Назарбаев Университета, сайт Назарбаев Университета, да, значит мы сделали уже предположение, что э, экзамен Алекс будет, вот, а, значит, ну кто знает эту историю, значит, это на самом деле написал сам Назарбаев университет у себя в Инстаграме, потом эта запись исчезла, вот, потом эта запись снова появилась но уже в виде новости, и, значит, как бы с тех пор и, в общем-то, пошло-поехало. Но Поскольку мы уже готовили к Алексу, и мы видели, как, готовится, как нужно готовиться к Алексу, и какие там есть подводные камни, и как много ребят да, достаточно толковых и сильных, в общем-то, не набирали свой именно максимальный балл. То есть сейчас речь уже идет не о том, чтобы найти, набрать проходной балл, а набрать именно максимальный, максимальный свой возможный балл. Мы разделили, значит, на следующие вот такие темы: это numbers, basic basic of numbers, algebra and functions. Вы видели очень много там алгебры и функций, да, geometry and measurements, это геометрия. Вот, и pre-calculus, pre-calculus, это сюда мы относим логарифмы продвинутую тригонометрию и задачи, в общем-то, которые не входят в предыдущие. Ну и также, конечно, нужен practice тест. Вот я здесь видел в ответах, в вопросах кто-то говорит, а где взять practice тест. А, значит, многие из вас, прежде чем да, зарегистрироваться на мастер-класс, получили книжку от нас через Instagram, вот, в принципе, пробный экзамен там есть, но а, поскольку это а, бумажная версия, она даже близко вам не даст возможности про а, прочувствовать на себя, что такое онлайн тест. Вот. Но на курсе, вот кто знает, особенно наши студенты, мы а, обязательно в порядке подключаем а, ресурсы. Такой э, платформы, как Хан Академия, например. Да, и вот на ближайшем курсе Алекс Ппл мы будем использовать это, потому что. Ну, кто как не американцы могут смоделировать американские, так сказать, вопросы. Но откуда как не у Хан Академии берут и черпают свое вдохновление составители экзамена Алекс? Да, вот именно только и оттуда. И, значит, мы будем моделировать самые нужные задания именно с Хан Академии. Значит, сейчас, вот здесь вот я покажу, что мы приготовили для, для ребят. Добро пожаловать на курс Алекс. Это вот именно то, что мы то, что я, откуда я взял скрин. А, значит, это уроки, большинство из которых уже либо готовы, либо будут опубликованы значит, видео уроки. Видео -уроки. А, да, то есть, видите, потому что мы давно уже в этом деле. Нам удалось собрать какие-то записи уже. Это просто основываясь на нашей большой, на нашем большой истории, когда мы готовили там кого-то и какие-то темы они, конечно же, схожи с там с NoFapet, с SSAT. Вот, поэтому накопилась достаточно большая база записей. Вот, которые здесь будут использоваться для того, чтобы быстренько можно было повторить а, тесты, для, для того, чтобы можно было быстренько сделать ревизию, повторить, а, значит, подготовиться к вашему первому тесту. А, значит, каждая тема, каждая тема у нас, да, а их всего здесь пять, будет заканчиваться большим развернутым стримом. Вот, первый стрим мы планируем провести во вторник. Это уже через два дня, это послезавтра. Это, то есть, как бы это фактически полноценные занятия, такое же, как сейчас происходит у нас на платформе Zoom, на платной версии платформы Zoom. Запись, конечно же, сохраняется. Вот. И на нем мы будем оттачивать, решать вопросы, хардовые вопросы по темам, которые мы можем отнести к Basics of Numbers. Вот. Это уравнение, это слоп и линейная функция, и самое главное – это вопросы с числами. Вот. Больше всего мы, конечно, будем делать на алгебру и на геометрии. Алгебра и функции. Значит, да, следующий стрим – это уже 8 апреля. Значит, темы здесь, в принципе, то есть как бы тоже можно, некоторые видео уже загружены, какие-то видео будут дозагружены сейчас по ходу, вот, но, значит, прежде чем мы будем встречаться на стриме, желательно, если вы просмотрите теоретическую подготовку, подготовку, пройдете по вот этим вот темам. Значит, стрим по алгебре у нас планируется быть 2, pardon, 8 апреля. А дальше у нас ждет геометрия, значит, это и Plane Geometry, и Coordinate Geometry, и Three-Dimensional Solace, а? то есть 3 dimensional Geometry. Вот, все это для того, чтобы вы были готовы а, к темам, которые их, а, ну, то есть, которые вы, в общем-то, а, то есть, как бы, в рамках подготовки, например, к тому же Нуфипету, да, поскольку здесь очень много наших студентов. Вы могли а, что-то посмотреть, что-то сделать, что-то за зацепить, конечно же, но здесь именно а, упор будет делаться на американскую геометрию, не на британскую геометрию, вот, для того чтобы вы были готовы к Алексу. Какого рода примеры будут? Это то, что мы смотрели вот, благодаря одному из студентов, который сохранил записи. Вот задачи будут таки, такого плана рассматриваться. Вот стримы это будут групповые и, в общем-то, мы там будем выходить к доске, беседовать, разбирать задачи. Значит, стримы будут проходить в вечернее время в 20:00, когда все уже дела свои закончили и можно удобно устроиться и наблюдать, как кто-то, вот вроде меня, будет решать эти задание. Каждый воркаут для каждого стрима будет отдельно готовиться, прорабатываться. По прикалкулусу, то есть это по сложным темам, будут сразу два стрима. Это 13 и 15 апреля. И завершающий стрим у нас будет по practice тесту то есть вас будет ожидать practice тест Это наша версия Алекса, наша симуляция, которая будет через вот эту платформу доводиться. Вот, ну, Значит, здесь у вас будет, конечно же, возможность попрактиковаться и убедиться, то, что вы подойдете к первому тесту Алексовскому в самом лучшем, так сказать, своем виде, в самой лучшей форме. Безусловно, как все, так сказать, по классике жанра, будет у нас отдельный телеграм-чат только у этой группы, где будут идти вести денно и нощно обсуждения. Мы будем решать задачи, будем отвечать на вопросы и будем вести полное информационное сопровождение. После того, как вы пишете наш пробный экзамен, вы можете уже идти писать первый свой тест Алекса, вот, после этого дальше добивать там свои слабые стороны, идти писать второй тест Алекса. Мы будем всегда где-то рядом, да, на подстрахую стоять, подскажем словом, делом. Вот и что еще. Ну и конечно же, то есть после того, как вы сдадите Алекс второй раз, получите свой проходной балл, вы сможете а, быть уверенными, что вы сдадите этот а, тест. А, да, вот через эту платформу антитренинги она будет идти. Вот колоссальный опыт, я думаю, то есть как бы раз вы просто пришли послушать. То есть как бы вы уже нам доверяете. мы всегда со своими ребятами, то есть мы никогда не прячемся, ни, ну, в общем то за нами такого не было. То есть для нас самое основное это конечно же обучить вас, быть полезными вам и сделать так, чтобы вы по итогу поступили. Значит, в прошлом году 47 ребят, которые, то есть мы, 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 у нас занималось, то есть мы подбили статистику, значит, но тогда подход был вообще другой. Мы были как слепые котята, все были как слепые котята. И онлайн-групповые онлайн это были просто встречи там по Zoom, вот мы там через Google Classroom что-то доводили, в общем-то обсуждали в WhatsApp, е. Но а, я скажу так, что а, значит, 47 ребят это были ребята, которые ну занимались, то есть непосредственно на курсе и которые потом приобретали записи этих этих курсов. Конечно же а, Большинство из них набрало проходной балл. Были те, кто не смогли набрать. Вот мы боролись до последнего, но, значит, проблема всегда. Ну, то есть что-то всегда возникает. Но в основном это изначально, да, то, что слабый был уровень. Вот. И в общем-то сейчас мы сделали огромную работу над ошибками мы улучшили и усовершенствовали вообще в принципе подход и самое главное мы теперь знаем что же это за экзамен в прошлом году мы вообще абсолютно не знали что это за экзамен что там будет как он будет проходить какого сложности вопросы и значит самый главный вывод который мы сделали чтобы никаких легких вопросов не было только сложные только интересные и только те которые вот именно с второго более высокого уровня а, сложности. Именно это мы будем разбирать. Никаких легких вопросов, никакой воды, никак нет, ничего того, что вы уже могли а, пройти, да. А, я могу вам сказать, что в про в процессе, да, то есть как бы своей работы мы постоянно мониторим. Что делают другие компании, что делают другие репетиторы? У нас есть свое ну, сообщество. Я более того многих знаю. Вот благодаря тому, что я, например, самый такой шал в этой сфере из молодой из молодой школы, из новой школы, так сказать, преподавателей шал среди молодых. Я общаюсь со всеми, со мной советуются вот центры, репетиторы. И могу сказать, что мы все еще лучшие в своем сегменте, и мы будем дальше работать над собой, усовершенствоваться, именно применять самые передовые технологии как в обучении, так и в взаимодействии для того, чтобы продолжать держать марку, вот. И поэтому для нас это очень такой амбициозный и очень репутационный курс курс подготовки к Алексу, и, естественно, только поэтому мы будем биться. Ну, а если, значит, человек, например, который захочет записаться, да, который доверится нам, еще и поступит на Назарбаев университет, так это значит, не зря живем на этом свете. И, конечно же, конечно же, конечно же, вот многие спрашивали: блин, а можно записаться, можно там записаться на курс, мы уже готовы. Мы хотели, чтобы вы пришли на мастер-класс, послушали, да, все еще снова вас увидеть. Вот, не просто так сказать, а, да, через экран монитора, а именно увидеть и покоммуницировать на мастер-классе поделиться опытом и конечно же показать что мы теперь можем да? то есть как бы ребят вы наверняка заметили и почувствовали очень много автоматизации сегодня но у этой автоматизации есть душа и в общем то в любом то, что у нас происходит как бы, то что мы делаем, мы все это делаем с большой душой И, естественно поэтому мы да, для вас приготовили специальную цену а вообще, за что вы будете платить? И таким образом давайте подведем. Это 20 плюс уроков. Да? Вы видели там очень много уроков. То есть это 20 плюс уроков. Вот. Они, они уже либо загружены, либо там совсем скоро появляются. Вот. Это структурированный четкий путь. Да, ваш то, как вы сможете прийти к своему проходному баллу и выше на Алекс ППЛ. Это 6 стримов по 90 минут минимум. Это, то есть, как бы здесь 90 минут – это ориентировочное время. Скорее всего, там будет больше. Вот, поэтому то есть это большие поточные лекции, это э, семинар по решению задач по большому количеству задач. Эти задачи, ну я не сомневаюсь, что вы сейчас где-то их найдете, это все будет браться из книг весьма и весьма авторитетных, которым, по которым занимаются в лучших школах Великобритании и колледжах Соединенных Штатов Америки. Потому что MSDC готовит, мы занимаемся с такими студентами, с такими ребятами, оттуда у нас и сохранился весь этот материал, весь этот багаж знаний, поэтому мы просто, то есть как бы мы ничего нового для себя делать не будем, мы все, что мы умеем делать хорошо, мы будем делать для вас. Значит, Поэтому да, эти задания, они уникальные, и они э, очень сильно будут походить на те, которые для вас будут э, даваться через онлайн-платформу. У вас будет отдельный телеграм-чат, и у вас будет пробный тест в конце курса. За тесты, как всегда, отвечает Канафья, но он тоже не сидит на месте, он очень сильно прокачался, и он ждет, не дождется реабилитироваться перед многими участниками нуфипет марафона Окей, okay, ладно, немножко юмора. А, значит, естественно, техническая информационная поддержка всего процесса. Вот, но, естественно, вы должны понимать, что таких ангме, типа там, ага, давайте вы там мне поможете во время теста. То есть, как бы такого не будет. Только по, по, той простой причине, что вы все равно не сможете воспользоваться ничьей помощью во время теста. Мы всегда, так сказать, за честность. Вот, поэтому вот имейте этот момент в виду значит, ожидаемый результат – это вы наберете проходной балл в Назарбаев университет, стартует это 4 апреля, и преподаватель Артур Жесупов. Ну и цена 44 тысячи тенге, если бы вы не были участником сегодняшнего мастер-класса, да? Значит, специальная цена для вас за все это – это всего лишь 21 990 тенге, казахстанских тенге. Вот, значит, как и получить, наверняка, пока мы с вами тут беседовали, вам уже пришло сообщение на WhatsApp, точно так же, куда пришло сообщение со ссылкой, потому что я никому ничего не отправлял, все было сделано автоматически. Вот, я же говорил, мы делаем свою домашнюю работу. И также это письмо должно было прийти вам на e-mail. Но есть у нас одна пасхалочка, если вы не нашли, друг, если вы на курсе и вы все еще хотите а, получить эту этот курс по акции со скидкой, вот такой вот замечательный, вы конечно же можете а, воспользоваться нашим инстаграмом. Значит все, там а, теперь в шапке профиля нету а, ссылочки на а, на регистрацию на мастер-класс потому что данного мастер-класса уже больше не будет мы не будем никому ничего объяснять и разжевывать вот я, я считаю что мы а, то есть как бы тем ребятам кто нашел время мы все рассказали все по полочкам разложили что же их ждет как их ждет теперь настало время а, для вас то есть принять решение то есть как бы вы как бы дальше готовитесь самостоятельно либо вы воспользуетесь а, нашей помощью да? И, да, значит, вот эта цена 21 990, пожалуйста, специальная цена для участников нашего мастер-класса, значит, регистрироваться можно уже, ну и, конечно же, значит, цена 21 990 только для первых 20 записавшихся, да? как только 20 человек запишутся ну, если 20 человек запишется, то все, значит, там автоматически защелкнется, и уже цена будет высокая. То есть мы даже и не рассчитываем продать его по такой высокой цене. Поэтому успейте, успейте, успейте. Вот, значит, пока она действует. Окей, значит, теперь спасибо, что вы дождались. Будем отвечать на ваши вопросы. Так, значит, я посмотрю. Значит, здесь можно будет сделать так: прислать свой вариант, свой вопрос в чат, либо же можно, либо же можно, либо же, либо же можно написать, то есть прервать режим тишины и написать, и произнести его лично, да? Так, значит, давайте я посмотрю, кто что тут писал. Так, значит значит, если уже отправил SAT score, так, вот, начнем с того комментария, который поступил в 6.14, да, значит, вы подаете либо через Алекс, либо через МЭСК, как зарегистрироваться на Алекс, ссылочка придет от Назарбаев университета в ваш личный кабинет, а для этого нужно, чтобы вы подали заявку на Direct, напоминаю, что скоро, значит, регистрация на Direct заканчивается, поэтому поторопитесь. Так, как нужно зарегистрироваться на Алекс? Так, ответил. Здравствуйте, если уже отправил SAT Score, можно ли регистрироваться на Алекс? Можно, почему нет? Вдруг вы сдадите его очень хорошо, и это, значит, будет дополнительным подспорьем. Я бы рекомендовал все-таки сдать и, значит, дальше уже выбирать то, что будет лучше для вас. Так. Могу ли я сначала сдать АЛЕКС, ППЛ, а позже SAT Reasoning? Я сдаю SAT Reasoning 8 мая, но в связи с эпидемиологической ситуацией в стране я опасаюсь, что тестовый центр может закрыться на карантин. Да, это так, действительно, то есть как бы есть риск, есть риск отмены, есть риск того, что вы плохо сдадите, поэтому... Поэтому сдавайте, Алекс, да, как бы лишь, ну, то есть я понимаю, 25 долларов это дополнительный расход, но это, по сути дела, настолько мизерное, и все это окупится уже после того, как вы сразу же, как поступите в Назарбаев университет, естественно, это сразу же моментально все окупится, поэтому раз оно окупится, почему бы не воспользоваться такой возможностью. Так. Мирас uh, говорит, нельзя, вы сдаете uh, либо Алекс, uh, либо САД. Uh, значит, ну вот, насколько я знаю, в прошлом году uh, сдавали и САД отправляли, и Алекс, uh, и uh, вот. Но, правда, значит, uh, я, насколько помню, на момент сдачи Алекс они еще не отправили SAT. Вообще хороший вопрос, значит, нужно будет уточнить. Так, SAT Subject тоже надо будет сдавать? А, да, значит, вам нужно будет сдать SAT Subject, потому что это требование и его не отменили, но это только для определенных школ, да? то есть, поэтому, поэтому, если вы, соответственно, не сдали SAT Subject или у вас его Нету и уже не успеваете его сдать, то тогда, пожалуйста, ну, позаботьтесь о том, что вы поступаете в ту школу, где sat объекта не нужно будет. Так, дальше. В прошлом году принимали 90 плюс. Говорят, да, значит, те, кто поступали в прошлом году, они набирали 90 плюс. Так, значит, сколько вопросов? 30 вопросов. Один вопрос, один балл. Мы об этом говорили. Так, а где можно найти пробники, спрашивает Бигжан. К сожалению, пробников нету. Значит, только если вот вы возьмете ту книгу, которую я вам дал, которую я вам, ну, то есть, которую мы вам через Инстаграм давали, там есть пробные тесты, Алекс, в принципе, по ним вы можете понять, что это такое. Так, Значит, результаты по IELTS надо сабмитнуть 21 апреля или до мая можно сдать. Значит, результат нужно до 19 апреля. Чтобы они вышли к этому времени, получается, вот IELTS нужно сдавать уже вот буквально на следующей неделе максимум. Так, а где можно найти пробники, я уже сказал. В прошлом году девочка с 82 Алекс приняли, но у нее IELTS 8.0. Действительно было такое. Так, значит, как я поняла, NU отправит всем ссылку примерно 20-30 апреля, и тогда мы платим за тест примерно 25 долларов. В течение скольки времени мы можем сдать этот тест, или же там будет специально выделено время для каждого участника свое. Значит, нет, с каждого участника свое такого не будет. Вы будете сдавать в то время, когда вам удобно, главное уложиться в этот интервал, который обозначат. Так, здесь вот я видел, Мира скидывал, скидывал <клес> ответ на этот вопрос. Спасибо большое. Так, значит, в свободном доступе на сети, который будет Алекс ну и пробные тесты. А, значит, с... Список тем, в общем-то, мы обозначили. Также этот список тем есть в книге, которую мы давали. Если вы еще не знаете, что это за книга, через наш Инстаграм мы раздавали. Там нужно было выполнить несложные условия. Если вы сделаете это, вам администратор скинет. Так мы на черновиках будем писать, или через мышку на черновиках. Вот. В прошлом году какой был самый минимальный балл поступившего? Бигжан, к сожалению, значит, были очень было очень сложно вести статистику, отслеживать. Вот. Но я рискну предположить, что минимальный проходной Алекса и был минимальным поступившим, вот. потому что очень много ребят, которые на Direct поступали, они потом отказывались, соответственно, проходной балл снижался. Так, Go группу создадим, кто будет сдавать. Сколько вопросов будет? Так, 30, 30 вопросов в 2 часа. Так, сад 1300-1350, это примерно 85-90 баллов Алекса. Да, 90 баллов где-то Алекса. Можно ли сдавать и Алекс, и сад параллельно? Сдавать можно, вот, ну, как нам тут сказали, отправлять только один из них. Да, вы сдаете, посмотрите, какой из них лучше, и там уже решите, что вы отправите. Так, вы должны сдать все, взвесить. Конкуренция в этом году бешеная. В прошлых годах брали людей с SAT, выше 1400. Так, если самому до 20 апреля сдать Алекс и посмотреть, сколько наберу, то будет ли NU admission знать об этом? Может ли негативно повлиять моя первая сдача на результаты сдачи Алекса с NU? А к сожалению, самому вы не сдадите этот тест. Там не так легко. Вы можете сдать, если только ваш университет за это заплатил, там все организовал. То есть как бы там все чики-пуки. Если же нет, то тогда самому сдать нельзя. Вы должны именно, то есть как бы по ссылке от Назарбаев Университета вы сможете сдать Алекс. Вот другой Алекс приниматься не будет. То есть, например, вы сдали посылки там от какого-нибудь там Кембриджа, да, ну мало ли. Этот результат в не будет засчитываться, и вам нужно будет сдать его заново. Так, здравствуйте. Я сейчас в 10 классе. Можно ли мне сдавать его сейчас? И будет ли он. Нет, сейчас вы его не сдадите. Так, я сдаю и сад На данный момент заканчиваю 10 класс. Как думают, стоит ли отменять экзамены, которые я указала выше? Будет ли Алекс ППЛ активным на, мой, на моей подаче ВНУ? А, так, если вы сейчас, значит, если вы сейчас в 10 классе, вам сейчас Алекс сдать и не удастся. Вот, поэтому как бы вам нужно будет, то есть видите, это работает так, Назарбаев университет организовывает компанию по сдаче «Алекса», то есть он там, значит, платит ну, своего рода подписку организовывают все, там настраивают именно, чтобы все было в том режиме, в том виде, как, как нужно ему. Вот. Там формируются ссылки специальные, которые он вам перенаправляет. Дальше вы заходите, регистрируетесь, вводите именно те данные, которые он за забабахал, и вы, вы можете уже основываясь, ну, то есть как бы вы вводите именно по той ссылке, которую специально Назарбаев университет вам выслал, вот, если у вас есть там регистрационный ID, если вы действительно поступаете, то тогда вы сможете сдать. Если вы в этом году не поступаете на Direct, вы уже не сможете сдать. Так, значит, Ислам, уточните, какую, какую аппликант категорию выбирать, не вижу, Алекс, ППЛ. значит, если вы сейчас регистрируетесь на Direct, значит, если вы не видите, подожди, то есть как бы вот если конкретно сейчас вы не видите, подождите, возможно, будет, возможно, будет что-то еще. Возможно, что-то надо будет потом дальше сделать или как-то там еще потом донастроить. Вот. Ведь вы же создаете анкету и вы ее не то есть как бы посылаете свою заявку не прямо в, одно, в один момент поэтому вы пока можете ее заполнять а там дальше уже потом будет видно разберетесь может быть еще не было может быть еще не было Может быть, еще не были внесены соответствующие изменения в регистрационную форму. Ну, в любом случае, сегодня на дворе только 4 апреля, и вы все еще сможете как бы для, себя, для себя решение принять, через Алекс вы будете подаваться или нет. Так, Даниэл спрашивает, что делать, если мне до сих пор не пришла книга по Алексу? Значит, если вам не пришла книга по Алексу, вы могли выполнить условия только совсем недавно. Вот, значит, там человек, который перекидывает, он как бы время от времени заходит, смотрит все. То есть он не сидит и не ждет, пока вы выполните условия. Он в удобное время для себя входит и проверяет. Вот второй момент. Может быть были условия, там что-то из условий не, не выполнено. И третий момент могут могли чисто механически пропустить ваш ваш репост. Вот, то есть наде... напишите готово. То есть там надо было написать готово и если вдруг вы все сделали, вы уверены, что все правильно, готово, ну еще раз отправьте готово. Я думаю, человек, который там раскидывает книги, он, безусловно, сразу же сделает это, как только будет возможность. Вот, ну... Поэтому, как бы, Даниил, самое главное, не грубите, потому что я уверен, что вы не такой, вот, но всякое читали через Инстаграм и обиды за то, что сразу не ответили, и грубость, и вот, я думаю, то есть, как бы, если вы аккуратненько напишите, ну, вдруг, вдруг я все-таки думаю, что пропустили, забыли про вас, вот, просто напишите, напоминаю, там, или вопросик хотя бы там тот же, вот, я думаю, сразу же вам, вас увидят, проверят и исправят это все. Так, давайте, ребят, еще вопрос. Нас значительно меньше, чем было, но все же здесь, я думаю, дошли до конца самые стойкие, стойкие оловянные солдаты, так сказать. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, можно будет еще задать. Вот, напоминаю, что да, цена подготовки, цена вступления в вас, в Алекс, да, то есть, получение хорошего, уверенного проходного балла всего лишь 21 990. Вот. У нас все, в общем-то, сейчас через антитренинг. Это очень удобная платформа оказалась. И мы очень сейчас ее аккуратно стараемся администрировать. В этом случае и вам удобно заниматься, и нам удобно так сказать, контролировать, как идет процесс. Итак, ребят, если есть вопросы, пожалуйста, дайте знать, вот либо в чат пришлать, либо спросить меня лично что-то без проблем. Так, значит, вот пишут, а можно ли записаться к нам на SIT? Да, конечно, можно, даже нужно. Вот, значит, напишите мне на телефон, да, то есть на Telegram или WhatsApp. Вот я вам скину этот номер. Вот, значит, вот это мой номер. Да, без проблем. Напишите, и мы вас запишем. Сейчас как раз у нас группа идет, которая только-только набрала оборот. Вот туда еще можно дополниться. Цели там тоже грандиозные. Так, получается, еще неизвестно, будет ли проводиться Алекс в следующем году. Сейчас очень сложно что-то планировать. Вот. Алекс проводит, то есть как бы Назарбаев университет в прошлом году проводил Алекс, потому что SAT в принципе отменили. То есть нигде нельзя было его сдать. В марте уже. А в мае точно нигде нельзя было его сдать в Казахстане. В марте где-то там проскочили, где-то нет. Поэтому было принято как альтернатива. Вот в этом году, значит, вот эти вот качели с SAT то будут, то не будут. Значит, Назарбаев университет у себя в тестовом центре в принципе отменил SAT, в нишах отменились SAT, поэтому, ну, по крайней мере, во многих нишах отменились SAT, где проводились. Поэтому, поэтому вот его ввели, чтобы немножко выровнять шансы, вот, чтобы, да, как бы, может быть, улучшить улучшить уровень поступающих, да, то есть как бы все-таки Назарбаев университет тоже хочет, чтобы у, у ребят из там, отдаленных регионов, не из, не из Алматы, не из Астаны, тоже были шансы а, на то, чтобы поступить на дайрект, да, потому что очень много сильных ребят, очень много толковых ребят, просто что не могут сдать и сойти там да, по чисто техническим причинам может быть даже финансовым причинам естественно то есть как бы чтобы уравнять шансы они делают вот этот экзамен Алекс за что большое спасибо так ребят ну что ж молодцы те кто досидел до конца спасибо вам огромное вот мы сейчас будем закругляться. Вот, если вы все еще думаете записаться или не записаться, вы вправе думать, это ваш, так сказать, честное право. Вот, мы не настаиваем, но, в принципе, нам вот очень интересно будет взяться за этот большой процесс подготовки именно к тесту Алекс, вот, большого количества ребят, и мы будем рады стараться сделать все, что от нас зависит, все, что от нас возможно для того, чтобы у а, большого количества из вас была возможность сдать Алекс ППЛ на самый высокий балл. Я желаю всем удачи. Спасибо всем большое. Если у вас будут вопросы, вы всегда можете прислать их вот на телефон, который я вам указал. Вы можете прислать на WhatsApp, на Instagram. Вот, вы можете подписаться на наши сети, на наш YouTube канал, и, в принципе, мы стараемся сейчас максимально оперативно отвечать на все интересующие вопросы. Всем огромное спасибо. Я желаю всем удачи, приятного вечера. До свидания.